знаете, мне кажется, наливать духи, масло в 3 мл бутылочку, это просто целое искусство. Вот, сейчас расскажем, что мы приобрели, покажем магазинчик. Подписываемся, ставим лайк. Поехали. Народ, всем привет. С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. Мы снова в магазине парфюмерии. Снова у нас арабские ароматы. Подписываемся, ставим лайк. Поехали. Итак, мы в магазине Яс Парфумы. Кстати, его порекомендовала нам моя подписчица. Это Марина Мол, Абу-Даби. Hello. Hello. Сейчас покажем ароматы, расскажем. Thank you. Очень приветливый персонал и сразу разрешили снимать. То есть вообще никакого такого не было. Ни хейта, ни выключите камеру. Очень приятные люди. Сейчас что-то мы расскажем, что-то посмотрим. Ага, вот прекрасный уд. Насколько мы видим. Вантола is 12 миллилитров. Yes? Наташа уже тут изучает духи, ароматы. It's smooth, газаль называется. Газаль. Можешь показать коробочку? Это банка, так, вот она, вот уже. А do you have box? Не, они отливают. Это вот 12. No, I'm very allergic, really. Я реально очень аллергенна. Что? 12 миллилитров стоит 196 этих дирхам. Это после 50% скидки. Хорошо, я пишу этот вкус и запах. Не знаю. Ладно, дай мне понюхать. Concentrating oil. Concentrating oil, ага. Концентрированное масло. Так, у нас здесь есть ароматы и наборчики всякие. Кстати, об этом магазине нам рассказали в маленьком магазинчике. Да-да-да, Лена нам рассказала про магазин Яс, а где его найти, нам подсказали в Emirates Palace. И Наташа там тоже пробовала уд. И уд, кстати, был там с запахом фекалий. Действительно, так пах, вот, жестко. Вот коробочки очень красивые, но опять-таки помним, когда выбираем аромат, выбираем его под себя. Сначала немножечко мы масло вам мажут на руку, выходите, вы чувствуете запах. Даже рекомендую погулять по молу, походить, посмотреть, и тогда уже вы поймете, запах вам подходит или нет. Ага, вот сейчас пахнет медом. Look like honey smell, honey. Цветочный мед. Запах цветочный мед. А what is the name? Ашва. Ашва. Слушайте, пахнет вкусно. Вот такой вкусный цветочный мед. А what is the price? Сейчас узнаем про цену, скажем вам. Халяки язи? Сейчас цену вам скажем. Ну, цена, вы же понимаете, за вот такой вот флакончик. 246. А, это 12 миллилитров. А, что-то я подумала, 3, 12 миллилитров. It's pure, это настоящее, как это, благородное, в общем, масло. Не разбавленная. Смотрите, какой подарочный набор шикарный вот есть. Вот какая большая семья. Приходит мужчина, взял набор и пошел. Правильно все делает, нечего духи нюхать. А там женщины разберутся, что кому. Если вам видно здесь, вот тоже такие бутылочки, масла. Ай, как плохо наводится. Да, прошу прощения. Постараюсь когда-нибудь купить камеру. Наташа вот спрашивает про 3 миллилитра. Есть же 12 миллилитров, 6 и 3 миллилитра. Вот, шикарный Марина Мол. Он мне просто нравится. Он просто огромный.
Вот сейчас посмотрим еще здесь. Духи не буду их нюхать, просто покажу вам. А уже, наверное, сами коробочки здесь, это какое-то искусство. Что плоховато, такая отцветочка идет. Синий, белый, зеленый, желтый. Такой оливковый, светло-зеленый. Желтый, 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 оранжевый. И коробочки пошли с названиями. Это за 3 миллилитра? Это что такое? Вистакс? Наташа все планирует купить по 3 миллилитра каждого вкусного аромата. Не каждого, который ты только что попробовала. Ну, волшебный, вы знаете, такой волшебный арабский аромат. Идешь, и от тебя веет таким вот добрым теплым песком и ветром. Ну, как вот мое описание этого. Давайте подарочки еще посмотрим. Вот подарочек хороший. Как раз Новый год, Рождество. Взяли, кинули в машинку и поехали к родственникам. Поехали к родственникам подарочки раздавать. Вот такой чемоданчик с подарочками. Вообще здорово. Много, много, много здесь подарков. Много чемоданчиков. Просто я даже не знаю, сами продавцы помнят, что здесь лежит вообще, какие ароматы здесь лежат. Потому что видно, что уже упаковано, вроде как приготовлено. Возможно, только один аромат. Только один аромат, чтобы никто не поссорился. Разные коробочки, наверное, кто что вытащит. Как лотерея. Вообще, да, прикольно, кстати. Там уже кто что вытащил, никто уже не ссорится. Вести такое у себя дома, и все. Никто не имеет права ссориться. Очень красивая коробочка Яс. Такая сувенирная. Очень красивые снова духи. Это, наверное, самые популярные здесь стоят. Вот. Лена, если вдруг смотришь видео, спасибо тебе большое за рекомендации. Прокомментируй твои любимые духи здесь. Ну, Наташа уже прям вбежала за прилавок. А сейчас мы все перепробуем. За 7000 дирхам. Внимание, народ. Этот боксик, эта коробочка стоит... 12 миллилитров. Вот это 3 миллилитра, а вот 12 миллилитров. Такая вот волшебная коробочка будет стоить... 7000 дирхам. То есть да? Ну, я понюхаю. Сейчас. Но он не пахнет так, как неприятно. А он пахнет немножечко фекалиями животных, но потом как бы это все развеется и будет пахнуть удом. Ну, такой запах, вот знаете, как вы, если про дуриан слышали, про фрукт такой в Таиланде, на Шри-Ланке, на Бали. Вот он очень вкусный, сладкий, но он пахнет смесью такого вот, прошу прощения, говна, чеснока и клубники. Ну вот этот ут самый дорогой, когда 12 миллилитров стоит 7000 дирхам, я повторюсь. Это, наверное, я напишу в субтитрах, по-моему, это 2700 долларов. 2700 долларов. И пахнет немножко вот фекалиями животных. Ой, где кайф, я, наверное, не пойму. Рассказываю, показываю, стараюсь не перескакивать. Ну, бутылочки такие, как такая красивая аптечка. И на каждых бутылочках такая вот арабская вязь. Арабская вязь наведется сейчас. Ура, наводится. Знаете, мне напоминает такие коньячные бутылочки. Вот что она мне напомнила. Ну что, ты выбрала что-то? То есть Наташа будет все-таки брать? По 3 миллилитра. Расскажи, что ты будешь брать. Значит, ут, как он называется? Эльязи. Look like name? Эльязия? Эльязия. Ну, как name. Имя девочки Эльязия он называется. Есть такой. Подожди, это Эльязия, а Мазгазал?
Мосгазал хочу. Мосгазал — это то, что Лена рекомендовала? Да, она рекомендовала. Лена, спасибо вам большое. Нет, Лена сказала, что она не пока... Ну, неважно, я не буду... Лене не очень понравилось, да? Лена, прошу ваш комментарий. Да, не буду. Ага, хорошо. И что это будет тебе стоить, расскажи? 111 дирхам. 111 дирхам вместе? Да, это 6 миллилитров. Сколько? 1,62, 1,40 чем-то? 69 и 40, ну, посчитайте. Мы вам напишем вот в субтитрах внизу. 69 и 42. Это будет 3 миллилитра. Смотрим, вот такой вот пузыречек, небольшой пузыречек, будет стоить 3 миллилитра. Ну, отлично. Ну, как? Будет стоить, он содержит 3 миллилитра. Он содержит, да. Но он содержит 3 миллилитра, ты за него заплатишь. Да. Вот. Все. Какая милая девочка. Да. Все. Все, всем спасибо, подписывайтесь. Заходите в Marina Mall, если будете в Абу-Даби.